выйдет самая первая игра Кона. Кона — это таинственные и загадочные приключения про пропавших в лесу, в зимнем, в такую непогоду. И тут в 2023-м ребята все-таки выпустили продолжение, чему я несказанно был рад и ждал игру Кона. Ну что, вперед к новым приключениям? Так, слушайте, только закадровый текст, необходимый для понимания сюжета. Полный рассказчик подробно описывает некоторые... Ну, блин, наверное, вот эту. Ну что, первая часть была классная, действительно. И вот сегодня вышла вторая. Кона 2. Ну, ребята, молодцы разработчики. Спустя столько лет запилили. Собственно говоря, разработка, я думаю, прошла успешно. Кона! Кона 2. Вот так. Ждем загрузки. Нам написали огромными буквами. Русские сабы, все есть. Березки. Так, север Квебека, Канада. Нажмите Е. А стоит ли? А, ну ладно. The boldness of our government and our shareholders. William Hamilton built his venture on the ashes of the Second World War. Copper mine, he envisioned, was ransacking the First Nation's ancestral territories, drawing the wrath of the local people. It definitely took nerves of steel to stay the course, despite all this hostility. Before long, in the face of William Hamilton's cold and uncompromising stance, the petitions and peaceful protests turned into sabotage, vandalism, and other criminal acts. The industrialists' private properties also encountered the wrath of the demonstrations. Carl Faubert, a veteran of the Korean War, was hired from Montreal as a private detective to shed some light on this whole thing. But at the end of his long journey to northern Quebec, the detective did not only encounter property damage, he also came face to face with the corpse of William Hamilton. The strangeness only kept building throughout the investigation. A powerful, unseasonable blizzard hit the region. Это воспоминание первой части, да. Bodies frozen in unbreakable ice appeared. Ну, логично было бы, да, чтобы ребята бы поняли, о чем вообще игра. Ну, лучше начать с первой. Вот, если хотите поиграть, первую часть обязательно прокачайте. Да. Да, дикое существо было тоже, тоже. Карл's fear was taking over, overpowering his reason. He was giving in to delirium. In that instant, he thought that the dark waters of the lake might shield him from the shapes that pursued him. Чувак, реально испытал жуткие. Or whatever was left of it. Жуткие деньки. Так, чё мы тут? Мы на лодочке. Мы на моторке плывем к этому острову или куда там? Озеро Мишао. Отлично. К озеру плывем. Так, роскошный особняк Уильяма Гамильтона. Так. А что, теперь мы сами? О, игра нам дает. Ты чё, это круто. Мы сами можем управлять нормально. То есть как бы не скрипт, не заскриптованная сцена, это приятно. Ну чё, куда мы плыли? Так. Таямба, что? Что тут у нас? Лодки. Так, R. The detective wondered about the floating debris. Had it drifted out from the shore? Or had it been abandoned there in the middle of nowhere?
Так, что-то тут не то, что-то здесь неладно, пацанюрики. Что-то тут произошло. Ну вот он замок, да? Значит, нам прямо? Красивая ночь. Карл saw a boat in the distance, clearly piloted by one of his own. And he finally made it to civilization. His hopes were immediately drowned out by the sound of gunshots. По нам палят. Нифига себе, нас подстрелили. Эпическая тема. Мы должны выплыть. Карл swam without a thought. Yet each stroke. Как хоть куда вот? Стоп! Куда хоть плыть? Ребята! Нам же ничего не говорят. А он сам выплыл. Все окей. Мы только плыли. Мы только плыли. Ну а то такая холодрыга. Gonna run to. Вторая часть. Ну что, это такой маленький пролог был. Хорошо. Так, ага, камеры пока нельзя, ничего. Так, ну что, как обычно у нас герой мерзнет. Ну как и в первой части, и ему нужна лечилка. Нам надо добраться. Так, мужик, потерпи, осталось чуть-чуть. Очень медленно движется. Нам нужно добраться до этой хаты. О, так быстро. Так. Он сам открыл. Окей, мы можем только двигаться. Так. О, вот тут вот теперь мы можем. О, жизнь. Так, спросит закрыть, повернуть. Зачем? Так, открыть полный инвентарь. Снаряжение, карта. Так. Все, мы воспользовались. Аптека, теперь надо... Так, он мерзнет. Так. Flashlight to chase away the darkness. The batteries, unfortunately, would run out. Так, теперь надо согреться, пацаны. Carl had to keep his eyes open to find some on his way. Так, собирать батарейки. Ну, так, записка. Е прочитать. Ричард. Так. Так, ключ в беседке. Все, лады. Поняли. Ключ в беседке. М-карта. Так, значит, что у нас тут? Это что такое? Так. Это патроны. Берем патрончики. Так, хавка тут есть? Ну да, немножечко. Горошек какой-то еще что-то. Так, он мерзнет. Он же ж мерзнет. Надо как-то, может быть... Костерчик. Ну это мы любим, пацаны. Это мы любим с вами. Мы любим оружие. Убивать. Это подарок. Так, убивать, грабить, насиловать. Так.
Так, Morrow was convinced that he would not wake up if he went to sleep in this state. It was probably best to make a fire and take a look at his wounds. Morrow was convinced that he would not wake up if he went to sleep in this state. It was probably best to make a fire and take a look at his wounds. Изучить запчасти. Запчасти, материалы для строительства и ремонта. Ну, окей. Так, записка. Так, прочитать. А тут ничего. Так, что еще? Чё? Так, батарейки. Нифига, наборчик. Это наборчик. Так, ну чё, мы вроде тут всё, да? Пацаны, всё мы замутили, так считаете? Идём дальше. Нам же нужен ключ. All Carl saw around him was a vast wasteland that would lead him to certain death. The cabin seemed to be his only refuge. Давай, открывай, Так. А, хрена там, два. Нам нужно здесь... А, нам нужно согреться. Ну вот же ж. Ну чё мы как эти? Как лохи. Во, полегчало. Теперь выпить чашечку горячего кофе. Принять ванну. Ну да-да. Мечта играет. Мечта. Ну чё, всё? Теперь можно идти? Чё, нет? Никакую. Топорик. Вот это топорик, нежное, ласковое название. Так, полезный инструмент, который можно использовать в качестве оружия. Ну так, пацаны. Он Он создан для нас. Просто. Чё, похаваем давай, пока тут переждёмся. Не пускают, не хотят. Once his injuries were treated, Карл подвечествовал ранее. А, поспать. Все, рассказчик, он подсказывает. Все, ребят. Давайте, значит, немножечко посопим. Пару часиков. Нас ждут зимние сны и сновидения. Кона вообще шикарная игрушка, первая часть особенно мне очень понравилась. Ну и вторая будет уже не хуже, поэтому разработчики молодцы. Я уверен, что они продолжат Кону. Я уверен, что у них будут еще другие проекты, помимо Коны. Желаем всяческих успехов. Молодцы. Молодцы, малурики. Так, а мы ждем загрузочку. Сейчас мы поспим, так выспимся, а потом уже, видимо, выйдем на улицу с топором. И будем добывать себе ключ. Нам же нужен ключ. Ну что, на ультра очень даже хорошо все смотрится, приятно. Конечно же, игра все похорошела с момента первой части. Тут и системки изменились, все укрытие. Так, нам предлагают открыть карту. Карл проснулся с трудом. Карл! Нам нужно добраться до особняка, понятно. Такая музыка, блин, как будто с The Last of Us. Так, нам нужно отметить ключ. Так. Окей. Все, мы согрелись, мы поспали. Еще, может быть, что-нибудь пожрать, нет? Так, ну все то же самое осталось, да?
Так, мы все сделали, мы хороши с собой. Перед тем, как начать расследование, он проверил свои рабочие инструменты. Фонарик, топор, револьвер. Фонарик. Ну так, все четко. Starting point of his investigation was to take inventory. Рабочие. Ну да, окей. Так, подожди, рабочие. Ну, так как и как проверить? О, фотоаппарат. Так, фотоаппарат, чтобы запечатлеть важные подсказки. О, да, помню. Футик был, да, дневничок. Дневничок. Чтобы надеть и взять руки, какое-то меню снаряжение. Да, вот оно, меню снаряжение. Так, дневник. Ну, здесь заметки. Заметочки. Так, выходим. Ну, я думаю, все. О, глаза. О, глаза. Берегите глаза, ребята. Карл left his refuge, knowing that he was headed to a more comfortable, but otherwise ominous place. Коночка. Карл was forgetting that time was running out. He had to go to the manor if he wanted to find the answers to his questions. Так, гадить мы не хотим. Луна. Так, кстати, надо все обшарить хорошенечко. Все нужно обшарить, потому что мало ли. Может быть, что-то будет интересненькое. Так, ну что, все в путь? Открываем карту и... А, подожди. Ключ. Во. Стоп, пацаны. Нет, подожди. Ключ, топор, дневник, топор, револьвер. Стоп. А где ключ? Не понял. Что там в записке было написано? Так, документы, записки. Так, когда закончишь с доставкой, положи ключ беседки на привычное место. Ключ в беседке. Это же не беседка, правильно? Ну, топор давай. Нельзя рубить? Жаль. Подожди, ну вот же беседка. Это вообще беседка или не беседка, пацаны? Тут должен быть где-то ключ. Может, под камешком? На привычное место, говорит. А где привычное место? Подожди, какого хрена, я что-то туплю. Вот же мы. Это нам нужно. О, фак. Все, я что-то туплю, пацаны. Надо было идти
вот сюда вот то. Все. Вперед, вперед, вперед. Я думаю, а я что-то... Я что-то, короче, подумал, что вот это мы. Хотя вот тут мы. Ладно. Доперла, доперла. Знакомые местечки. Так, надо поизучать. Так, фонарь. Включай. Не, в принципе, удобно сделано. В принципе, очень-очень удобно. Вот таких вот не хватает игр. Душевные. Такие спокойные. Лестница. И такие загадочные, да? С природой. Вот это кайф. Что мы сюда залезли? А может быть что-нибудь сделать из фонарика? Может быть мы что-нибудь увидим? Не, еще, наверное, рано. Так, давай, ползим. Уползывай отсюда. Прикольный такой звукан, как мы включаем карту. Ну, побежали, побежали. Хорошо. Побежали к тому объекту. Вот сюда вот, давай. Вот тут вот я хочу посмотреть, что здесь. По-любому, по-любому что-то тут будет. Потому что это просто камни. Ну, как бы... Может, не камни. Так, бежи, 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 бежи. А, вот он объект. Вот он. Собственно говоря, эти камни стояли с незапамятных времен. Ага, хорошо. А если мы... Пацаны, давайте сделаем вот так. А если мы сфоткаем... Вот это дело. Ну а вдруг? А вдруг бы пригодится? Так, давай сюда заглянем. Нужно же все-таки все тут поизучать. Ага. Какие-то, может быть, загадки. Может быть, все что угодно. Так, дальше двигаемся, хорошо. А, окей. Окей, let's go. Окей. Вот так, вот. Ой, медведь! Black bears were known more for their skittish nature and their love of berries than for... Ага, окей, черный медведь. Так, палатка, топор. Согреться. Так. Заметки о наблюдении. Давай, почитаем. Я такой огромный. Так, ты такой толстый. Так. Ну что, согрелись? Движемся. Движемся вот сюда. Если что, мы всегда можем сюда прийти, да? Давайте туда.
Такс, камешки. А у нас тут просто груда камней. Ну ладно. Значит, движемся вот сюда. Да нет, я не хотел до тебя доставать. Скоро зима, да. У Квебек, ты смотри, какая погода тут. В Квебеке, да, пацаны? Да вроде ничего тут нету. Давай сюда. А когда мы будем ехать на Мафынке? Мафынке, у нас же в первой части была машина. О, ух, нифиг. Нифига себе. Коренные народы, что замутили? Давайте сфоткаем. Давайте пофотаем вот это дело. Ну, мало ли. Может быть, оно мне пригодится. Йо! Вы это видите, пацаны? Вы видите это то же самое? Ёб твою налево. Нихренулечки себе. Странное замерзшее тело. На шее видны синяки. Ключ-карта. Ну что-то открывай, какую-то лабораторию по любасу. Часы. Нихренулечки. Так. Смотри. Железку превратился, чувак. Смотри. А он ее не рубит. Он его не рубит. Нифигу себе. Туда. Тут это снегомашина. Так. А, проползти дальше. Защитная сумка. Нифига. Для транспортировки радиоактивных предметов. This kind of lead-lined bag had only one. Carl picked it up, hoping with all his soul that he would never need to use it. Счетчик Гейгера, ни хрена себе какой. Это да. Radiation detector. Clearly, Hamilton's people were digging for more than just. Там записка. Keeping this handy tool could prove beneficial. Авария на горнодобывающей корпорации Гамильтона. Нифига себе, вот это да. Вот это мы находки делаем. Ребят, ну что, я думаю, на этом пока стоит закончить. Проходить обязательно, игрушку чуть не грохнулись. Счетчик Гига. Нифига себе. Обалдеть. Так, ну давай сюда, чё? Нифига себе. Обязательно первую часть поиграть, если не знакомы вообще с этой серией. Ну, какой серии? Две части всего, да? Но я надеюсь, будет серия. Будет третья часть. Кона 2, вышедшая сегодня, прямо вот с пылу с жару, обязательно играть. Очень советуем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, играйте в Яндекс, у нас есть помощь автору. Да на талерт. И запасайтесь теплом. И вкусняшками. Чтобы начать играть в Кону 2.
До новых встреч, играйте только лучше и пусть день будет великолепным. Новый день. И welcome back.